Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Москвичи могут пополнить билет-кошелек при помощи сервиса «Мои платежи». Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы, раньше пользователи должны были вводить реквизиты своей банковской карты на странице услуги, после чего их перенаправляли на сайт стороннего банка, где операция и завершалась. В пресс-службе столичного департамента информационных технологий подчеркнули, что пользователи могут сохранить номер своей транспортной карты, после чего он будет отображаться автоматически. Дополнительную информацию об обновлении услуги можно найти на сайте мэрии. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!